Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Готовь руки, хватай хайпуки, собери коллекцию шмодзи мини-модзи. Да что ты, черт побери, такое несешь? Сейчас все объясню. В магазинах Магнит стартовала новая акция с 23 июня, продлится она до 21 сентября. Совершайте покупки в магазинах Магнит. Получайте цифровые или бумажные наклейки, они же магнитики, и приобретайте хайпуки от миньонов со скидкой до 70%. Хайпуки на сленговом языке означают хайповые брендовые вещи. Я уже обзавелся некоторыми хайпуками, их посмотрим попозже. А вначале давайте ознакомимся с прейскурантом. Что вообще есть у миньонов интересного? Названия у всех вещей очень прикольные, миньонские. Тут есть такана и такан. Интересно, и тот бокал для напитков. Но один для мужчин, другой для женщин. Очень удобно. Дальше идет пей-пей. Чашка для кофе, дорожная кружка. Полезная в хозяйстве будет. Пупон, сумка на пояс. Сейчас такие модно носить. Бульбука, бутылочка для воды. Тоже полезная штука в жару. Носюк, рюкзак, таскать ништяки. Умка, спортивный мешок. Тоже для ништяков. Покатун, мяч для волейбола, на пляже самотопа играть. Мазюка, косметичка, это уже для девчонок. Лидюк, сумка-холодильник, остужать лимонад. Ням-няма, ланчбокс двойной, чтобы всегда можно было вкусно подкрепиться. Неплохие вещички. Ну а теперь давайте посмотрим, чем я тут захайпучился. Начнем с стакана. Не со стакана, а с стакана, не перепутайте. Кстати, интересный факт. Эти стаканы сделаны в Италии. Надеюсь, и качество будет хорошее, не китайское. Стакан прозрачный, стеклянный. И тут нарисованы различные миньоны с разными эмоциями. Это вообще уснул. Это что-то сгрустнулось ему. В принципе, мне нравится. Поставлю на кухню, буду воду пить. Следующая штука у нас бульбука, бутылочка для воды, объем 600 мл. Здесь резиновая ручка есть, можно куда-нибудь прицепить или в руке удобно таскать. Давайте крышечку откроем. Внутри бульбука металлическая, там что-то еще лежит. Наверное, инструкция, потом почитаю. Выглядит бульбука прикольно. Вообще любителям миньона, думаю, эти шмодзи очень понравятся. И тут тоже нарисованы различные миньончики. У одного даже мозг взорвался, когда он такую бульбуку увидел. Вот это очень классная штука, так как я всегда с собой воду ношу. На одной водой сыт не будешь, и поэтому нам поможет ням-няма ланчбокс, куда можно положить бутербродики, сэндвичи, да хоть что. Можно шоколадку и чипсы. Кто что любит. Резиночка удобная, чтобы ланчбокс не открылся. Здесь тоже миньончики различные. Как я вижу, все хайпуки сделаны в одном стиле, поэтому будут отлично дополнять друг друга. Инструкция. Так, тут два отсека. Это у нас что? Для проветривания, чтобы бутерброды не задохнулись. Довольно вместительная штука. Можно, кстати, использовать не как ланчбокс, а как просто шкатулку. Дома поставил и складываешь сюда различные ништячки. Довольно удобно. И чтобы она не раскрылась, обвязал резиночкой. А за резинку носить даже можно. А следующий у нас будет мазюка. Вот мазюка мне не очень нужна. Ну, кому-нибудь подарю. Ведь мазюка — это косметичка. А я косметикой не пользуюсь. Металлический замок. Открываем, и она очень вместительная. Можно использовать, кстати, как не косметичку, а как пенал, например, или просто сумку. Ручка имеется. И здесь тоже различные миньончики нарисованы. Сумка тканевая.
А чтобы все эти хайпуки всегда были с вами, вам понадобится носюк. Это огромный рюкзак. Давайте вскроем и посмотрим. Он такой огромный, что даже в кадр не влезает. Но попробуем все-таки. Смотрится рюкзачок неплохо. Тоже он тканевый, как и мазюка. Здесь тут вместительный отсек. Можно какую-нибудь обувь положить. Или бульбоку. Две лямки с регулировкой. И ручка есть. Тоже хотите, носите как хотите. Какой-то каламбур получился. Сбоку тоже есть вместительный кармашек. Вот сюда точно бульбука войдет. И есть два отсека на металлических молниях. Первый довольно объемный. И второй еще объемней. Давайте сюда все засунем. Ням-няму, стакан, мазюку и бульбуку. Все вместилось очень легко. Я думаю, все хайпуки сюда залезут. Ну и стоит отметить дизайн рюкзачка. Очень яркий и красивый. Кстати, забыл сказать. У Магнита есть специальное мобильное приложение Магнит. Скачивай его, покупай товары коллекции по карте из мобильного приложения Магнит и получай шанс выиграть семейный тур в Сингапур на курорт Resort World Sentosa, Сингапур, с посещением тематического парка Universal Studios, Сингапур. Смотрите, как тут здорово. Тут даже миньон огромный присутствует. Бассейн, развлекуха отличная. Почему бы не воспользоваться такой возможностью? Вот такими классными хайпуками от миньонов можно закупиться в магазинах Магнит. Очень полезные вещички для летнего сезона. Мне больше всего понравились Такан и Бульбука. А еще я хотел бы себе Пей-Пей или Дюк. А как вам эта акция? Какие хайпуки хотели бы? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку, может быть даже из стакана.